Lilumun Weekly is running out in Russian language only, but we have English subs for you, my international audience. Turn it on. Привет, самые думающие ценители порно! С вами ваша аналитик Лилу Мун, и это третий выпуск моего шоу Лилу Мун Weekly. Тут я рассказываю вам о главных новостях порноиндустрии, о новых роликах, актерах и сенсациях. Вы уже подписаны на мой канал? Нет? Какого ху... Блин, ну а что, все равно никто не подписывается. Вообще непонятно, для кого я это все снимаю, блин. Их интересуют только эти анальные оргазмы. Говорил, надо порно снимать. Ладно, все, поехали дальше. И не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить свежий выпуск моих ворчаний. А если вам все еще нет 18, то пока не надо смотреть это видео. А то осудят меня за дурное влияние на подрастающее поколение. Ну а пока этого не случилось, поехали! Сегодня в Лилу Мун Weekly подробно разберем недавно вышедшую на YouTube документалку о порноиндустрии в исполнении Алексея Пивоварова. А в преддверии Дня всех влюбленных обсудим самые необычные подарки. И не только. И начать этот выпуск мне бы хотелось с обсуждения нового видео на YouTube. Итак, на этой неделе мне попался любопытный фильм Алексея Пивоварова «Русское порно. Как устроен этот рынок» на его канале «Редакция». У ролика уже больше 2 миллиона просмотров, а значит, что его увидели большое количество человек. Но что наиболее важно, многие смогли сделать уже свои выводы на основании этого сомнительного журналистского исследования. В фильме Алексей Пивоваров встретился с девочками из порноиндустрии и задал им, казалось бы, довольно интересные вопросы. Получают ли они удовольствие от съемок, что они говорят своим детям, занимаются ли они эскортом. Это все, конечно, круто, но как эти вопросы должны помочь зрителю понять, как устроен этот рынок? На протяжении всего фильма меня не отпускала мысль о том, что я смотрю очередное шоу Алексея на НТВ для бабушек из провинции, которое призвано потрясти, шокировать и растрогать. На всякий случай напомню, автор канала «Редакция» Сергей Пивоваров с 1991 года является штатным сотрудником НТВ. С 2016-го он является генеральным продюсером его международной версии канала RTVI. Канал же на YouTube Алексей открыл в марте прошлого года, явно под влиянием успеха Юрия Дудя. Ну что ж, не мудрено, что этот выпуск так похож на очередную поделку в духе НТВ. И по мне, так этот выпуск никак не раскрывает реальных принципов работы нашей индустрии. Наоборот, вызывает только кучу вопросов и порождает еще большее количество мифов, которые я и собираюсь сейчас разрушить. Миф первый. Порно имеет много общего с проституцией. Именно так заявили большинство опрошенных героев, которые, кстати, являются моделями одного агентства, название которого красуется у каждой на футболке. А владелица и основатель этого агентства даже приводит свою статистику, где 50% моделей порно занимаются эскортом, что, разумеется, наводит автора фильма на мысль о том, что сходств с проституцией очень много. Мне кажется, качество респондентов для такого исследования должно быть чуточку иным. Как минимум, это должны быть представители разных сфер индустрии, а не одного агентства. На мой же взгляд, порно не просто имеет больше сходств, но и полноправно является разновидностью не проституции, а шоу-бизнеса. Здесь действуют все те же правила. Успех зависит не только от таланта, но и от продюсера. Конкуренция. С возрастом нам приходится перепрофилироваться. Например, как упомянутая в прошлом выпуске Кайден Кросс из актрисы в режиссера. Доход зависит от рынка сбыта и производства. Тут все как в обычном и большом кино. Если фильм снят не в Голливуде, то и стоить, и зарабатывать он будет намного меньше.
Да и вообще, опрашивая только русских актрис и старика Вудмана, Пивоваров сложил картинку лишь о маленьком проценте нашей индустрии. Да, проникновение русских в индустрию становится все больше, но это не отменяет тот факт, что многомиллиардные обороты порно делаются именно на рынке США, где производство, продюсирование и актеры живут и работают абсолютно по другим правилам. Миф второй. На Pornhub только любители. Такой вывод можно сделать, послушав жалобы одиозного порнографа Пира Вудмана. Ведь именно он в выпуске сказал, как пара любителей на ПХ сделают 10 роликов и больше не будут интересны своей аудитории, а сам сайт живет за счет пиратства и отмывания денег. Давайте разбираться, что отличает профессиональную модель от любителя. Если в традиционном актерстве это наличие актерского образования, то у нас это съемки для крупных компаний, таких как Darcel, Private Brothers. Последний, кстати, принадлежит ПХ. Да, с ростом популярности любительского порно границы все больше стираются, и больше студий заказывают стилизованного или действительно домашнего порно. Но факт остается фактом. Я – модель, которая снимается и для крупных студий, и я есть на Pornhub. У ПХ вообще всегда было это разделение на про и любители для удобства навигации. Все больше профессионалов уходит в так называемую карьеру любителя. Николь Энистон, Лана Роудс, Алета Оушен и многие другие. Они уже могут обходиться без покровительства продюсеров и хорошо чувствуют себя на вершине рейтингов. Кстати, чтобы мой рейтинг не падал, найдите меня там и подпишитесь. Миф третий. В порно нет удовольствия. Большинство опрошенных актрис, кроме очаровательной Джей Алиса, отметили, что на съемках это только работа и нет места удовольствию. Не буду строить каких-то конспирологических теорий о том, что проблема не в работе, а агентстве, с которым работаешь. Вам-то, мои зрители, хорошо известно, что на съемках можно получать неподдельное удовольствие. И это не какая-то моя фишка, это, я считаю, отношение к работе и к жизни. Также очень обидно, что Алексей в своем фильме так и не выяснил, сколько же мы, актрисы, зарабатываем, сколько зарабатывают любители, каково приходится парням и с чем им приходится сталкиваться в профессии, как стать таким успешным актером, как Рокаси Фредди или наш соотечественник Маркус Дюпри. А еще обидно, что совсем недавно вышло почти аналогичное видео Ирины Шихман в рамках шоу «А поговорить», которое, если честно, я даже не смогла досмотреть до конца. Потому что все скатилось к личным историям бедных русских девочек в духе передач Оксаны Пушкиной. Что ж, я не настаиваю, что мое мнение является истиной в последней инстанции, но искренне с вами им делюсь. А если вы хотите посмотреть такие же искренние высказывания моих коллег, то лучше глянуть видеоподкаст «Дани Поперечного без души» с Юлией Чирковой, Джи и Лисой. Или совсем новое видео Райли Рид «My parents hate that I do porn». Давайте будем откровенными. Мы ведь с вами понимаем, что никто лучше Юрия Дудя не выяснит, сколько в действительности зарабатывают в порно. Лично я с радостью бы поделилась с Юрием такой информацией. Поэтому я запускаю флешмоб. Прошу вас, ребята, под последним постом у Юрия в Инстаграм и в Ютуб написать фразу «Юра, сними про порно». Я подключу всю аудиторию своих соцсетей, и думаю, что если запросов будет достаточно много, то они не останутся незамеченными, и мы с вами получим по-настоящему годный контент. Ну что ж, а теперь к следующим новостям. Уже меньше чем через неделю грядет День Святого Валентина, а это значит, что на сайтах начнут раздавать скидки и премиум подписки. Я начну распродажу на своем OnlyFans. Но вам, вероятно, сложнее будет с выбором подарков, поэтому вот вам пару идей. На прошлой неделе я увидела, как поздравляют настоящие друзья. Известный американский блогер Логан Пол на день рождения своего друга пригласил двух его любимых актрис – Лану Роудс и Райли Рид. Блогер снял довольно милое видео об этой забавной встрече. Зацените сами. А актеру Кумейл Нанджиани подарили 10 лет премиума на Pornhub за фото с голым торсом. Прежде чем я вам его покажу, напомню, что Кумейл получил наибольшую известность за свои роли в «Кремниевой долине» и «Али Рули». Помните этого додика? А теперь взгляните на это фото. В такую форму актер привел себя ради роли в грядущем хите Marvel, который затмит «Мстителей» вечные с Анджелиной Джоли. Так вот, такой подарок актеру решили сделать после того, как эту фотку использовали для одного из разделов Pornhub. Вероятно, 10 лет премиума было простым способом избежать любых судебных исков за использование его изображения.
ходить в зал надо так, чтобы твою фотку брали на главную порно-сайтов. Кстати, уже сегодня, 9 февраля, пройдет церемония вручения премии «Оскар». И, возможно, вы не знали, но каждому соискателю на премию выдают подарочные наборы. Их обычно выдают всем претендентам на награду в номинации «Лучшая роль» и «Режиссура». Подготовкой корзинки занимаются представители компании Distinctive Assets, которая на протяжении 20 лет занимается продакт-плейсментом и маркетингом. А все призы предоставляют спонсоры престижной церемонии. Получается особая оскаровская корзинка. И если вы думаете, что внутри будут конфеты, ручка и блокнот, вы ошибаетесь. Стоимость такого набора растет с каждым годом. В прошлом году это было, по некоторым данным, от 70 до 150 тысяч долларов. А в этом году она уже 215 тысяч долларов. Для понимания, внутри лежат 12-дневный круиз на яхте, годовой сертификат брачного агентства, вейп, умный лифчик или система по сбору мочи, которая может провести тест на наличие инфекции. А весь прикол в том, что компания, чьим подарком звезда Оскара воспользуется, вероятнее всего сможет использовать это в маркетинговых целях, и расходы на подарок отобьются. Вот такая коллаборация с селебрити. Ну что ж, мне уже пора заканчивать выпуск. Как видите, с каждым разом они становятся все более личными. Я стараюсь делиться с вами своим мнением и мыслями. Если вам это нравится, то поставьте лайк этому ролику. Поделитесь им со своими друзьями и напишите в комментариях ваше мнение обо мне и моем шоу. Это поможет мне стать лучше. В перерывах между выпусками заглядывайте в мой телеграм-канал. Там у меня эксклюзивный контент. Ну и ссылки на все мои соцсети вы найдете, как всегда, в описании. А пока нежно обнимаю вас, целую и уже скучаю. Блин, слушай, а давай, знаешь, что я придумала? Давай, короче, мы сделаем эту рубрику, где будут афоризмы Лилу Мун. Ну, типа там, береги киску с молоду. Или не насосешь, не проживешь. Да это бомба будет, я говорю тебе.